Ну а в детской областной больнице маленькие пациенты получили новые комфортные условия лечения. После ремонта здесь открылся дополнительный корпус. Это позволило увеличить площади, открыть новое отделение и оборудовать игровую комнату. Интересно, что здание раньше принадлежало взрослой больнице. Подробности у Андрея Дозорцева. Новый корпус детской областной больницы только открылся после ремонта. Здесь на трех этажах разместили стационар для маленьких пациентов. На ремонтные работы потратили более 1 000 000 рублей. Оборудовали буфет и даже игровую комнату. 7-летняя Карина говорит, в больнице не скучно, а весело. Здесь всегда есть чем заняться. Рисую, играю в куклы, играю в домино, пазы собираю. Только не делают. Это здание раньше принадлежало соседней городской больнице номер 8. Здесь также размещался стационар, только в палатах лежали взрослые пациенты. В этом году в правительстве области приняли решение передать часть здания детской больнице, у которой был острый дефицит площадей. Условия пребывания были просто не выносящими никакой критики. Когда на одну койку в палатах приходилось там по некоторым отделениям 4 квадратных метра. То есть была огромная скучность. Ничего мы с этим сделать не могли. Понятно, что в ближайшей перспективе с учетом большой бюджетной напряженности что-то новое построить было невозможно, а проблемы с детьми надо было решать. Все койки стационара взрослой больницы распределили в другие учреждения. И, как признаются в правительстве области, это принесло определенные неудобства. Тем не менее, перемены, говорят, произошли к лучшему. В детской больнице появились дополнительно 2 отделения и увеличилось количество коек в стационаре. Увеличивается на 30 коек, но дело-то даже не в этом. Дело в том, что мы создаем качественно более удобные условия для пребывания здесь детей и их мам. Понятно, да? То есть нет такой скученности в палатах теперь. Кроме того, передача здания позволила увеличить количество коек для детей старшего возраста. В перспективе планируется ремонт и открытие нового отделения. По словам властей, детская областная больница будет развиваться и дальше. Главная задача, чтобы маленькие пациенты региона получали качественное лечение в комфортных условиях. Андрей Дозорцев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.